И сколько раз здесь проходил, не обращал внимания. А оказывается, этот предмет – ложка. Ури Геллер создал эту ложку. Самая большая ложка в мире, наверное. Ури Геллер. Вот она ложка. Как они еще сюда эту громадную ложечку привезли? Ложечку многотонную. Сколько в Яфу не гуляешь, каждый раз что-то интересное. Вроде не такой он и большой, но постоянно что-то новое. Фантастика.